Сегодня в нашей студии благодарные, гениальные ученики вспоминают своих великих наставников. Таштанова говорит, ну завтра переходим в зал. Я говорю, Георгий Александрович, как же так? Мы же не репетировали финальную сцену. Вы что, вы мне не заплачете и не сыграете любовь? Я стала делать муху. Я очень долго репетировала, я пыталась вникнуть в душу психологические переходы. И это была первая трагическая роль в моей жизни. На работе я, конечно, зверь. Вы сказали, опять меня показывают орущими. Знаете, дело в том, что нас все время показывают орущими. По станку двигается левая рука. Посмотри на Цискоридзе, посмотри на его руки, посмотри внимательно. Или пригласите меня его сюда, чтобы он тебе прямо показал. Он придет, но тебе будет стыдно. Вот абсолютный виртуоз. Какое счастье, что в моей жизни был этот человек. Субботу на Первом.